Зоркий глаз, верная рука. Уральский фотограф стал одним из лучших в мире. Третье место в престижном конкурсе занял Александр Ёж Осипов. Ему удалось обойти 2500 фотографов из 85 стран. На пьедестал художника занесло попутным ветром с пиратами Карибского моря. Героев знаменитой киносаги Александр выбрал неспроста, ведь конкурс, в котором он участвовал, посвящен косплею, то есть переодеванию в известных персонажей. Причем фотошоп по условиям конкурса запрещен. Так что покрытый щупальцами пират Дэвид Джонс, капитан Джек Воробей и другие герои – дело рук гримеров. Но и сами герои должны позировать как оригиналы, поэтому художник пригласил профессиональных актеров. Пришлось искать и декорации – настоящий пиратский корабль. Мы нашли место, единственное у нас в области, это в Садке. Там находится, во-первых, Сонькина лагуна, это место называется. Там есть остров, такой под старину, там замок сделан, много локаций. И есть деревянный корабль, единственный, по-моему, у нас, вот, где можно найти. А потом я организовал воркшоп, я очень часто их делаю. И арендовал автобус, и поехали, человек 30 фотографов.